Привет! В честь скорого дня шопинга я сделал для вас подборку очень полезных и классных инструментов с AliExpress, которые точно вам пригодятся, и вы сможете купить их по большой скидке. А также в конце видео я подготовил для вас конкурс с призом в $25. Это для подписчиков канала и тех, кто досмотрит видео от начала и до конца. Приятного просмотра! И открывает нашу подборку удобный шаблон для сверления. Этот шаблон является копией шаблона от компании Crack. Китайцы качественно его скопировали, и теперь можно дешевле приобрести качественную копию. С помощью данного шаблона можно быстро и легко засверливать отверстия под петли, и он сильно облегчит работу при сборке мебели. Благодаря этому приспособлению сверло не уведет в сторону, а отверстия получаются ровные и без смещений. С помощью регулировочных переключателей можно регулировать величину отступа. Шаблон помещается вдоль заготовки, и при помощи струбцины его можно фиксировать перед сверлением. Шаблон выполнен из качественных материалов. В комплекте идет специальное сверло под петли диаметром в 35 мм, маленькое сверло под саморезы, ограничитель глубины и шайба для регулировки отступа. Все это удобно крепится в специальных пазах в самом шаблоне. Магнитный фиксатор для сварки, вторая рука сварщика. При помощи данных уголков можно выставить свариваемые детали под нужным углом и спокойно прихватить конструкцию. Больше не нужно будет просить помощи. Благодаря магнитному фиксатору для сварки весь процесс может выполнять один рабочий, что значительно упрощает процесс изготовления необходимой конструкции. Фиксаторы позволяют производить точечное выставление углов в процессе проведения сварочных работ, монтажа стальных конструкций. Недавно узнал про такое приложение, как Kiwi Bonus, и просто обалдел. Сейчас вы узнаете, в чем фишка. Все мы знаем, что через несколько дней, с 10 по 12 ноября, на AliExpress будет тотальная распродажа товара, и вы можете купить то, что давно хотели, со скидкой в 50%, а то и больше по предзаказу. Как это сделать? Вы до 10 ноября выбираете товары и оплачиваете только 10% от ее стоимости. Оплачивайте вторую часть покупки 10 ноября с 16:00 до 12 ноября этого года и получаете повышенную скидку. И самое главное, с Kiwi Bonus получаете за все покупки, пожалуй, самый большой кэшбэк в Рунете, до 8% на все покупки. До 8%, Карл! Помимо AliExpress, повышенный кэшбэк можно получать из кучи других магазинов, даже у вас в стране, и выводить их прямо на свой Kiwi счет, без процентов и проблем. Если вам покажется этого мало, найдите секретные приложения с еще большим кэшбэчищем в личном кабинете после регистрации. А это вообще законно, так экономить с Kiwi Bonus? А это очень интересное и необычное приспособление, которое позволяет скреплять деревянные доски креплением, которое называется косой шуруп. Для этого сначала выставляем толщину доски на специальной шкале, после чего выставляем ограничитель глубины на сверле, чтобы не просверлить насквозь, и делаем отверстие в одной из досок. После чего стыкуем со второй и в насверленное отверстие вкручиваем саморез. Так мы получаем надежное соединение. Материал изготовления устройства – металл. В комплекте идет сверло с ограничителем глубины, удлиненная бита для шуруповерта, саморезы и пластиковые заглушки. Очень удобный держатель для дрели или шуруповерта. При помощи такого недорогого держателя можно сверлить отверстия под разными углами. На нем имеется шкала, на которой можно установить нужный угол засверливания. Стойка очень легкая и подойдет для сверления отверстий там, где необходимо точное вертикальное засверливание. На стойке имеется специальное углубление для круглых заготовок. Теперь вы можете без труда просверлить свои заготовки. Стойку можно прикрутить к верстаку или прижать струбциной. Также эту стойку можно использовать как ручной фрезер по дереву для выполнения несложных работ, либо попробовать закрепить в эту стойку фрезы разных видов. В общем, для данной стойки можно найти массу применений. Пистолет для пескоструйной обработки предназначен для очистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий и прочего. Конструкция пистолета выполнена с верхним расположением резервуара для песка, очень компактно и эргономично, что позволяет производить обработку даже в самых труднодоступных местах. Для работы с пескоструйным пистолетом используются различные абразивные смеси, отличающиеся по своим свойствам и выбираемые в зависимости от производимых работ. Применяемый абразив – это песок речной, кварцевый песок и электрокорунд. Проверенный аккумуляторный шуруповерт от фирмы Deka. Прекрасный выбор для работы в труднодоступных местах.
Он компактный и эргономичный. Это мощная компактная дрель с 15 позиционным регулятором крутящего момента, подходит для работы на любой поверхности, как для сверления, так и для закручивания самореза в любого размера. Мощный аккумулятор на 20 вольт позволит вам долго работать, не беспокоясь про зарядку. Есть двухскоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. У меня на обзоре был подобный шуруповерт. Очень классная штука. Качественный лазерный уровень от Deco. Это точный нивелир, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. Количество линий лучей 5. 4 вертикальных и 1 горизонтальная. 6 точек поворота на 360 градусов. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видны, точки помогают обнаружить их. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений. Вы легко сделаете быстро и качественно с этим лазерным уровнем. Диапазон автоматического выравнивания происходит в пределах плюс-минус 3 градуса. При большом отклонении корпуса прибор оповестит вас об ошибке звуковым сигналом и миганием линий. Многофункциональная осцилляторная вибрационная машина – это самая мощная модель. Принцип работы похож на виброшлифовальные аппараты, другими словами, обработка материала с помощью вибрации рабочей части. Но возможность установки разных насадок как раз и делает это оборудование универсальным устройством. Только при помощи одного реноватора можно производить десятки манипуляций, в числе которых раскрой и порезка почти всех листовых материалов, резка деталей из пластмассы, дерева, гипсокартона, керамики, кирпича или железа, демонтаж, зачистка поверхностей от штукатурки, силикона, шпаклевки, клея, вырез прямоугольного проема, срез в труднодоступном месте или точечный срез, затирка, наждачное стачивание или шлифовка. Устройство обладает удобнейшим быстросъемным эксцентриковым механизмом крепления насадок. Сварочный инвертор – это универсальное сочетание функциональности, компактности, размеров и доступной цены. Способен работать при пониженном напряжении в сети вплоть до 160 Вт, при этом обеспечивая стабильную работу тока. Включается такой аппарат в обычную сеть 220 и за счет инверторного принципа работы не создает перегрузок и помех. Сварочный ток плавно регулируется от 10 до 200 ампер, и поэтому можно работать различными электродами от 1,6 до 4 мм. Инвертор идеально подойдет как для новичков, так и для бывалых сварщиков. Шлем электросварщика. В производстве фильтра использована уникальная оптическая технология, позволяющая точную передачу цветов, что обеспечивает великолепный обзор объекта сварки и индикаторов сварочного аппарата. Светофильтр со свободным выбором уровня затемнения 3/4 на 13 позволяет без ограничения применять шлем в самых разных технологиях сварки и силы тока. Эргономичная сбалансированная конструкция и легкий материал шлема обеспечивают комфортную работу сварщика с минимальной нагрузкой на шею и затылок. Обтекаемая форма отклоняет дым при сварке. Телескопическая конструкция наголовника позволяет отлично подогнать маску. Крутой набор инструментов и приспособлений. Пожалуй, этот набор будет самым актуальным для домашнего мастера или в любой другой мастерской, в том числе и в автосервисе. Как уже понятно из индекса в названии набора, тут присутствует сразу 168 ручных инструментов и приспособлений к ним. Молоток, десяток отверток, головок, рулетка и несколько комплектов бит. Это далеко не полный список комплектации. Как и положено, все аккуратно скомпоновано внутри прочного кейса из гибкого пластика. Металл прочный, а низкое содержание серы в нем дает гарантию долговечности и качеству данного набора инструментов. Специальный угольник лазерного типа. Отличный прибор, который поможет положить быстро и качественно плитку на полу или стене. Прибор предназначен для проведения разметочных и контрольных работ в процессе укладки керамической плитки. При помощи прибора очень просто делать ровные ряды и создавать любой геометрический узор. Имеет два лазерных луча под прямым углом с оптимальной видимостью, что обеспечивает быстрое и точное выравнивание при укладке керамической плитки. Дополнительно прибор оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Также позволяет ровно повесить на стену украшения или картины. Лазерный нивелир имеет прорезиненные ручки для максимального удобного использования. Электрическая отвертка.
Аккумуляторные отвертки – это чрезвычайно компактный инструмент для работы с крепежом. Удобен при сборке мебели, установке различной техники, например, кондиционеров, мелком ремонте. У нее складная рукоятка, так что можно держать как и пистолетным способом, и как отвертку. В комплекте идет гибкий вал, зарядка и 10 насадок. Емкость аккумулятора 1300 мАч, скорость вращения 210 оборотов в минуту, вес 650 грамм, что увеличивает продолжительность работы, делая ее менее утомительной. Также имеется подсветка рабочей зоны. Такая электроотвертка очень удобная вещь. Насадка-заклепочник. Это универсальный адаптер, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для установки вытяжных заклепок. Насадка работает со всеми типами сверлильного инструмента – дрель, шуруповерт или перфоратор, при наличии быстрозажимного патрона и функции реверса. Устанавливать заклепки при помощи заклепочника также просто и удобно, как и при помощи дорогого профессионального инструмента, но гораздо проще и быстрее, чем при помощи ручного заклепочника. Насадка-заклепочник в разы увеличивает скорость работы и повышает производительность. На установку одной заклепки уходит всего лишь 1,5 секунды, при этом оператору не нужно прикладывать никаких физических усилий. Точильный станок. Надежный и высокопроизводительный станок для заточки ножей, ножниц, стамесок, лезвий рубанков из стали HSS. Хорошую заточку устройства гарантирует зернистость шлифовального круга 180. Инструмент оборудован магнитом для правильного размещения стамески при заточке. На точильный станок установлен 96-ваттный двигатель, который позволяет затачивать сверла диаметром от 3 до 13 мм. Сверлильный срок эксплуатации и надежность точильного станка обеспечивает алюминиевый корпус мотора. Шлифовальный круг вращается в холостом ходе со скоростью 1350 оборотов в минуту. Диаметр затачиваемых сверел от 2 до 10 мм. Такой станок – это незаменимая и полезная вещь для любого хозяина. Динамометрический ключ. Снабжен трещоткой, а также переключателем направления движения. Применяется во многих отраслях, где необходима точная затяжка резьбового соединения, устанавливаемая ГОСТом. Размер подсоединения 1/4. На ключе находятся две шкалы прилагаемых вами усилий. И в дополнение специальный болтик для закрепления выбранных вами усилий. Ключ полностью соответствует всем европейским стандартам. Комплектуется пластиковым кейсом для удобного хранения. Набор для установки кнопок на одежду или обувь. Этот набор инструментов из 11 предметов предназначен для установки металлических кнопок и заклепок разного типа на одежду, обувь, сумки, кошельки и различные DIY-поделки. Инструменты сделаны из стали, пробойники закаленные, остальной инструмент с никелевым покрытием. Для установки изделия необходимо верх изделия положить на матрицу, выбрать пуассон, необходимый для установки конкретной части кнопки, в заднюю часть изделия установить пуассон, вставить в отверстие передней части изделия и расклепать, ударив молотком по пуассону. Комплект применяется в обувных мастерских и ателье по ремонту одежды для ручной установки кнопок. Профессиональный краскопульт системы Transtech может надежно и стабильно работать при давлении в 1,5-2 бара на входе в краскораспиритель. Кроме этого, пистолеты системы Transtech не чувствительны к перепадам давления в системе подачи воздуха. Новое строение воздушного клапана для плавного хода спускового курка и лучшего контроля формирования факела. Корпус краскораспылителя защищен анодированием и подходит для водных материалов. Выбор из двух усовершенствованных воздушных голов для нанесения любых красок. Три сопла различных проходных сечений для нанесения материалов различной вязкости. Новый, более эргономичный корпус краскораспылителя оптимально подогнан к руке для обеспечения комфорта и легкости управления. Мини-труборез. Если вы занимаетесь ремонтными работами, монтажом трубопроводов, установкой кондиционеров, то инструмент для резки медных труб станет для вас хорошим помощником и ускорит выполнение работ. Мини-труборез надежен, удобен в работе и долговечен. Труборез для резки медных труб диаметром от 3 до 22 мм. Конструкция трубореза позволяет осуществлять точную резку под углом в 90 градусов. Корпус имеет хромированное покрытие, что продлевает срок службы. Особенностями трубореза является большая круглая ручка с накаткой, что дает регулировку давления без усилий, два направляющих ролика с канавкой для разреза вплотную к отбортовке, удобная форма, малый рабочий радиус, работа в труднодоступных местах.
А это легкий металлоискатель весом всего 725 грамм для начального уровня с широкими и мощными параметрами. Предназначен для поиска всех видов материалов на глубинах. Монеты до 13 сантиметров, а габаритные объекты до полуметра. А водонепроницаемая катушка позволяет вести поиск на мелководных участках или в лужах, погружая катушку до 40 сантиметров. Оборудован визуальной шкалой для точного определения цели и удобной работы в шумной среде. А разъем 3,5 мм даст вам возможность использовать наушники и сосредоточиться на поиске. Есть индикатор оповещения о низком заряде, который всегда вовремя напомнит о необходимости сменить батарею. Регулируемый шток с лопаткой можно удобно выставить по длине от 0,8 до 1 метра под рост пользователя и условий поиска. А вот и конкурс. Приз – любой товар бренда Digo на сумму в $25. Ссылку на бренд смотрите в описании, там много классных и полезных товаров. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, поделиться этим роликом в любую из своих соцсетей и оставить ссылку на репост в комментариях, чтобы я смог проверить. А также пишите, какой товар из подборки вам понравился и что вы будете покупать на распродаже 11.11. Мне интересно. Спасибо тем, кто поддерживает ролики пальцем вверх. Удачного вам дня. Всем пока.